Всем привет! Продукция компании Xiaomi пользуется большой популярностью во всем мире. Помимо крутых смартфонов, экшн-камер и фитнес-трекеров, компания выпускает также неплохие сумки, рюкзаки и чемоданы. Героем сегодняшнего обзора стал бюджетный рюкзак компании стоимостью в районе 1000 рублей. Рюкзак выпускается в двух цветах – Deep Blue и Black, что в переводе означает темно-синий и черный. В нашем случае это черная версия. Рюкзак имеет средние габариты 43 на 31 на 14 сантиметров и выполнен из полиэстера. Синтетические волокна не требуют особого ухода, обладают хорошей износостойкостью и устойчивы к разнообразным погодным явлениям. В верхней части рюкзака находится ручка, покрытая мягким и приятным на ощупь материалом. Рюкзак имеет три отделения – большое основное, крупный карман с молнией на передней стороне, а также открытый карман с логотипом Mi на боковой стороне рюкзака. Молния основного отделения имеет два бегунка. С помощью встроенной кнопки бегунки можно скреплять между собой. Внутри отделения мы видим ярко-оранжевую подкладку, а также большой карман для ноутбука или планшета с резинкой в верхней части. Дно рюкзака, а также внешняя стенка кармана имеют мягкое уплотнение, защищающее содержимое от ударов. Рюкзак предназначен для устройств с диагональю до 14 дюймов. К сожалению, под рукой у меня имеется только чехол для 13-дюймового планшета, который, как видим, помещается внутрь с большим запасом. Что касается плечевых лямок, то у рюкзака они самые обычные, средние по ширине с мягким и упругим наполнением внутри. Регулировка по длине осуществляется с помощью специальной пряжки. Из приятных мелочей хочется отметить козырек, защищающий молнию рюкзака, а также содержимое от различных осадков, пыли и грязи. Давайте теперь примерим рюкзак и посмотрим, как он выглядит со стороны. Минималистичный дизайн в сочетании с классическим черным цветом смотрится отлично. Рюкзак удобен и прекрасно подойдет для повседневного использования, похода в школу или институт. Производитель позиционирует рюкзак как универсальный, а это значит, что он подойдет как парням, так и девушкам. Ну что же, хоть рюкзак и бюджетный, все же чувствуется внимательность, с которой компания подходит к своим продуктам. Плюсами рюкзака я бы отметил стоимость в районе 1000 рублей, приятный внешний вид, а также внимание к мелочам. Из минусов я бы отметил малое количество отделений. Все же, три отделения, два из которых только на молнии, как по мне, недостаточно. Хотелось бы видеть еще одно или два отделения для разного рода мелочевки, типа ключей или очков. Ну что же, это был обзор бюджетного рюкзака компании Xiaomi. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!